Эта акция достаточно циничная. Путин упрекал нас в том, что мы делали циничные акции. На самом деле, его акция сегодня была гораздо более циничной. Очередная показуха перед Олимпиадой. Я хочу, чтобы были предложены какие-то дополнительные законодательные меры для того, чтобы освободить всех заключенных, которые есть в стране сейчас. Европейские страны могут пересмотреть свое мнение насчет Олимпиады, а так я призываю. Я призываю к бойкоту, я призываю к честности, я призываю не покупаться на нефть и газ, который может предоставить Россия. Я призываю действительно применить те гуманистические нормы, традиции, правила, о которых говорит Европа, и это было бы действительно честно. Во мне ничего не изменилось, до сих пор не села. Я стала сильнее, закаленнее, и я надеюсь, что теперь я смогу менять ситуацию в стране к лучшему.